Привет, ребята, еще раз. Вот я снова тут. Хочу показать вам кладбище. Вот, его немножко видно, темно. Стоит дофига похороны. Если даже человека сжигают, то урночку запихнуть около 75 тысяч рублей было год-два назад. То есть просто огромная сумма, официальная сумма была около 20 тысяч рублей. Там неофициальные поборы, воровство, все про это знают прекрасно все прокуратуры всякие, но как бы бандит на бандите сидит, я это повторяю в каждом ролике, но так и есть на самом деле. Я писал кое-какие обращения открытые, что здесь вот воруют при больнице, в морге, на кладбище. Ну, какие-то нелепые отписки, ничего нету, нету. В общем, ничего не поделать. Что я хочу сказать? Видите, как кладбище сделано? Нифига не ухожено. Деревья, кусты растут, а ведь тоже они получают нормальные деньги, огромные деньги, и в них ходят ухаживать за территорией. Но даже здесь, вот в проходиках, видите, все запущено. Вот какой-то человек, видно, приходил, поставил свечечку. То есть кладбище существующее. Это Нововолковское кладбище, Петербург. Вот такой вот позор. Ну, как и везде. По всей стране, только дальше все скатывается. Ну и скоро все умрут, наверное, что могу сказать. Все умрут, потому что нет ни медицины, ничего. Чего не очень бы хотелось. Всем пока.